Привет, меня зовут Кристина, просто на букву К, любое, какое хотите, но меня зовут на букву К. Ну, в общем, я еду в автобусе уже где-то час, не могу доехать до школы, потому что моя школа – это лицей. Я учусь в 5 классе, и, несмотря на мой возраст, у лицея такой же рост, поэтому... На мой рост никаких вопросов. И вот я выхожу с маршрутки, потому что я, кажется, опаздываю в школу. Черт, черт. Блин, 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 блинчик, 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 блинчик. Блинчик, блинчик, блинчик. Блинчик, 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 блинчик. Надо бежать в школу. И да. Я пошутила на 5 класс, потому что, ну правда, ну как она может пойти в 5 класс, если она еще маленькая? Она будет ходить в 2 класс, в 3 школе. Я не знаю, есть такая школа. Ги. И на ваших глазах я меняю фон. Это вообще, это как-то, это произносятся слова, да, какие-то, я не понимаю. Поставить в школу. Здравствуйте, простите за опоздание. Можно войти? Да, конечно, еще даже урок. А, он начался 2 минуты назад. Класс! Вы чего не сказали? Звонок же сломался. Я думала, звонок... Класс, уже знаете, что он сломан. Не-не, мы ничего не знаем. Ладно, мы знаем, просто хочется дольше перемены. Мы с ней хотим много уроков, чтобы нам, у нас было. Просто иногда хочется, чтобы было даже больше перемен. В мыслях. Мне кто-то даст сегодня сюда войти? Или я уйду домой? И вряд ли. И я сюда спешила. Простите, мне можно входить? Да, можешь заходить. Итак, я просидела несколько часов. Точнее, 1 час. Плюс 45. Плюс еще 1 час. Почему? Да потому что у нас звонок не звенел, а учительница так и не догадала. Думаю, надо... Копыта. Блядь. Надо будет потом ответить, чего я встала. Мисс Кристина, почему вы встали? Угу. Мне копыта болит. Ну тогда стой, если тебе надо. Я тебя не заставляю, можешь не стоять. Ну, а ты чего встал? Ты тоже хотел стоять? Или нет? Ну, что тогда? Я просто встал. Ох, хорошо. Так вы когда-то будете переставать стоять? Теперь не стоять весь урок. Капец. Джин-джин. Неужели? Звонок подчинее. А я опаздываю на автобус. Я не знаю, чего стою. Но я бежу. Если вы не знали, я давно бежу. Просто я вам не показываю. Но я давно бежу. Я давно в позе бега. Видите?
А если я стою, то сейчас. Вот видите, почему не видно? Шея-то не двигается. А я добежу. Ладно. Я позову в таком случае на маршрутку. И происходит кое-что криминальное для меня. Я опоздала на маршрутку. И мне пришлось ждать стоя. Да. Вы опять думаете, что я бежу, да? Слушайте, вы сколько будете говорить, что я бежу или стою? А сейчас я бежу или стою? Правильно, я бежу.